Американские спецслужбы по-прежнему продолжают слежку за лидерами других государств. Речь, в частности, идет о президенте Турции Реджепе Эрдогане и о премьер-министре Израиля Беньямине Нетаньяху. Информацию об этом со ссылкой на бывших и действующих сотрудников спецслужб опубликовало влиятельное американское издание Wall Street Journal. Напомню, что Израиль и Турция считаются союзниками Америки. Создать список лиц, не подлежащих прослушке, Вашингтону пришлось после разоблачения Эдварда Сноудена. В этот документ включили, например, Ангелу Меркель, Франсуа Оланда и некоторых других лидеров стран НАТО. Однако, как выяснилось, теперь повезло далеко не всем.